Российская певица Полина Гагарина, решившая покорить Китай, призналась своим русскоязычным фанатам в Инстаграм, что это дается не так-то просто. Самым сложным для звезды оказался график и жизнь сразу на две страны, поскольку в России у нее также запланировано большое шоу, к которому нужно готовиться. В таком графике я не работала никогда. Для меня это настоящее испытание. Каждую неделю я летаю в Китай. Возвращаясь в Москву, я продолжаю готовиться к своему шоу 30 марта в Мегаспорте, написала Гагарина. Она так также поблагодарила поклонников за поддержку, которая в это время ей нужна как никогда. Певица рассказала, что свободное время, которого у нее сейчас очень мало, она проводит со своими родными. Гагарина написала, что все время скучает по семье и детям. Напомним, что до этого Гагарина была вынуждена перенести часть концертов из-за неожиданного успеха в Китае. Последнее время она постоянно рассказывает о занятиях китайским и публикует фотографии из Поднебесной. Так, в Китае я стеклянная сестра, что означает полидия. Еще я огненные щипцы ляуми, что означает, что я wonderful and amazing, так они сказали. Еще мне все время говорят, несись утка, что означает давай и жги. Так что главное, чтобы у нас утка неслась и огненные щипцы ляуми помогали нам. И стеклянная сестра была всегда в форме, неслась утка. Ляо. Что это значит? Значит, 6-6-6. Скажи 6, Китай, счастливо. Нос китайчику. Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы тебе приходило новое видео. Всем удачи!